16 сентября в пещере «Подземная Хоста» спелеоподводники подняли на поверхность тело утонувшего дайвера. Работы специалисты проводили на глубине 42 метра. После того, как тело было эвакуировано, спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках подняли тело 49-летнего Владимира Федорова из сухой части пещеры и транспортировали его по каньону реки «Восточная Хоста». Работы осложнялись сложным горным рельефом. Транспортировав погибшего из горно-лесной местности, спасатели передали тело сотрудникам полиции. Напомню, удмуртский дайвер погиб в подземном озере Воронцовских пещер при попытке погрузиться на 80 метров.